Если бы в азиатских странах тушили капусту, думаю, она была бы именно такой. Сочная, остро-пряная, с ароматом кунжута и перца. Такая солянка хороша и горячей, и холодной. Обилие овощей, нежирная говядина и яркие пряности, полезно и необычно. Вы как раз в поисках чего-то такого. Тогда запоминайте. Говядину нарежьте крупной соломкой и замаринуйте в ложке соевого соуса на час или дольше. Капусту нашинкуйте тонко и промните до обмякания. Ровно и тщательно нашинкуйте овощи тонкой соломкой. Разогрейте в воке растительное масло. Опустите мелко нарубленный имбирь. Перемешайте. Разогрейте в воке растительное масло. Опустите мелко нарубленный имбирь. Перемешайте. Добавьте морковь. Жарьте пару минут. Добавьте морковь. Жарьте пару минут. Полейте мясо соевым соусом и добавьте сахар. Тушите пару минут, не забывая помешивать. Выложите капусту и жарьте, все время помешивая, до оседания и полуготовности. Полейте устричным соусом и рисовым уксусом, добавьте перечную пасту и кунжутное масло, если есть. Хорошо перемешайте. Тушите пару минут. Настригите нори ножницами на полоски. Добавьте в вок смесь пряностей и посыпьте поджаренным кунжутом. Перемешайте и снимите с огня. Подавать можно сразу или остудить и подать позже. При подаче посыпьте зеленым луком.